Всем добрый день. Я рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad. С вами Костя. И у нас спонтанный, неожиданный, однодневный выезд на сток машинах. Абсолютно сток. Вчера в группу просто написал, кто захочет поехать, поехали. Вот собрались, время обед, мы выезжаем просто пожарить мяска. Ну, может, где-нибудь кто-нибудь в лужу заедет, зарубится. Я сегодня выгуливаю свой шевик. Всю зиму простоял Сашка, 3/8. Все блокировки. Хардблок, 35 лицов снаружи, полуразгруженные сзади, понижение, ну, вся Нива. Дизельный патрол на 32-х колесах. Наколесован сверху. Джимник. Вот такой вот. Полностью, я же говорю, стоковые машины на АТ-шке вообще. Здесь такая более злее. Кардиант обычный. Ну, прикольный. Джимник интересно, как едет. Особенно в этом кузове у нас еще на канале не было. И где-то еще догоняет пару машин нас. Ты можешь где-нибудь в грязь засунуть? Я еще так и не знаю, есть у меня блокировки или нету, поэтому буду проверять. Все, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Я думаю, будет прикольно. Коротенькое такое, лайтовое видео. Я на блокировках шел. Так, ну Сашка на злой резине, на CST. Я думаю, проблем у него не будет. Я поднялся тут вот в конце прям скользко очень. Видите, грунт мягенький. Патрол поехал. Если будешь проваливаться в колею слева, проваливайся, там не глубоко. Ну, на подъеме. А если здесь левее взять, вообще нет? А без разницы, ты все равно на эту же колею выйдешь. Подъем-то один. А, не, ну здесь есть, но он целина такой. Ну, можешь попробовать, хотя там накопано. Ну, по-моему, без разницы, как подниматься. Там просто ямы какие-то. Не-не-не, надо было быстрее подниматься. Что надо было? Быстрее, ходов больше брать. Тебе прям разгончик надо брать, чтоб ты заехал. У тебя масса, видишь, большая. Ну, это на второй пониженный. На третий пониженный, я думаю, что он туда не заберется. На первой едь в натяг, чтобы резина чистилась. А у тебя спереди блокировка есть принудительная? Только сзади. Я видел, что передок не крутится. Пробуй на первой оттуда. Я просто не знаю, какое у тебя понижение. Попробуй, может, на первой прямой. Да, резина вообще решает. Ну, сейчас лебедку тогда намотаем, да и все. Пробуй рулем, работай рулем, рулем, рулем. У тебя спереди одно только. Слушай, подожди, знаешь что, попробуй. Резина и вес машины. Так он вообще даже не то, что одну треть, он даже четверть не проезжает. Только когда подъем начинается, он сразу встает. Не, ну хоть порубятся, а то скажут, по гравийке вы ехали. Там Сереге позвони, Серега звонил. Красавчик. Моща. А, ну у него и чухлома наклейка, конечно. За помощь? Да не за что. Еще обратно ехать. Знаешь, что самое интересное?
Пацаны на джимнике, вы в принципе тоже можете попробовать на подъем, а можете по центру. Я тоже обратил внимание, как она так по центру пойдем. Да попробуй порубись, у тебя веса меньше, давай по колее. А спуститься в любом случае уже успеешь и подняться по-легкому. Да, кстати, у нас еще одна Нива нас догнала, пока мы там антифриз заливали. Короче, ремонт, как всегда, первые 100 метров, сразу все вылезло, починились. И как раз нас Нива догнала. Еще одна, тоже на 510-х сафарях, как у меня. Не, в принципе, стоп выезд нормально. Да? Я уверен, джимник поднимется. Ну, рулем и газу давай. Работа, лево-право. Чуть-чуть левее руль, сильно вправо взял. Его также в натяг есть. А, все. Не-не-не, ползет, давай. Чуть больше газа. Влево. Давай. И сейчас скинет. Давай, нормально. Смотри, пищит, полезет. А он на автомате, да? А все, он упал. Все, спускайся, упал в колею. Да он заедет. Без тормозов просто спускайся. Да, правильно, падай. И сейчас потихоньку. Вот и все, езжай вниз. А, Нива, мощь. Так, джимник по траектории патруля. Прям по центру. Можно даже через лужу взять вот так. Нет, там кочки, вон, видишь. А, ну. Да не, да пускай едет, Сань. Видишь, он. Ну просто отсюда вам выглядит. Да, страшно. Как будто там большая херня. Кайф. Невасик. Газу. Руля чуть-чуть. А он, по-моему, без блэта. Давай. Да, но он, по-моему, с блокировочками. Не стоп. Ну, скользко очень. Прикольно. Так, поехали дальше. Прорываемся по лесу. Лес шикарен. Патрол застрял. Но на АТ-шке, поэтому там лужица была. Так, а и джимник. Ну все. Все собрались. Одобряет. Сделали привальчик. Детки бегают. Костры разжигают. Конечно. Меня всегда просят очень часто в комментариях, чтобы этот еду показывайте. Ну да. Все, да. У каждого. Все. С мангальчиками. Свисает. А я даже без бутылок.
Ну вот джимник Мешкалии, красавчик. А, и патрол Мешкалии идет, молодец. Четенько. Все едут, все кайфуют. Все, можно ехать. Можно было вернуться по лайту, но ребята все захотели порубиться. Нам выезжать, в принципе, 2 километра тут. Но дорога стала чуть похуже, позлее. И начали машины прилипать. Вроде как первая лебедка у патруля. А в комментариях тебя бы и обложили херами. Потому что вы портите лес своими кевларовыми. Кевларом, синтетическим тросом. Не железным. Железный, ладно, понимаю. Все, с корозащиткой. Но тросу даже корозащитка есть. Да, да. Черная. Для этого она рассчитана. Не, не понимает ли. Давайте, накидайте этот. Пуха в длинного. Да он, по идее, тут ехать может. Ему просто газ не бросать. Да, там бревно там перескакивать. Тяжелая машина. Но зато комфортная. Подтягивай, подтягивай. Но он на мостах сидит. Полностью на мостах сидел. Это 32-е, не 31-е колеса. Ну, 33-е, но там, по-моему, нету 33-х. И все, прошел всю злую колею. Вот и будет первая лебедочка вашего любимого оператора. Человека с большой буквы Константина. Чуть-чуть не хватило клиренса ему. Ну что, человек с большой буквы, поздравляю тебя с первой лебедочкой на новом автомобиле. Новом старом автомобиле. Ну хорошо, хорошо прилип. Камера, как обычно, не передает угол наклона. Но хорошо и на передней балке сидит. Колея или Шишига, или Урал. В большинстве своем получалось одним колесом падать в колею, а вторым ехать поверх колеи. Многое там попроезжали. Я не перескочил туда, там надо перескочить. Вот а шестигранник есть стоят. Далеко, нет? Поздравьте меня, первая лебедка в жизни. И я, естественно, не готовился, поэтому пришлось все переключать. Ну ничего, вон Сашка сейчас сказал прорубиться. Ну, Сане будет проще по пробитому, да? Но, тем не менее, у него и резина злая, и блокировки стопроцентные принудительные. Ну, я думаю, он проедет. Ну, на двух колесах, конечно, да. Это стиль КБРа. Газу, 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 давай. Вот, надо просто вот так вот и по пробитому. У джимника своя тактика. Ой, зачем, зачем, не, на... не надо... Это, знаешь, такая электричка, пылесос. Жу, 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 проехал. Пылесос, пылесос. Да.
Ну тут брызги посильнее будут. Научили человека ездить педали. Чисто по нему. Ну и все, кайф. Мощь. Вообще как будто по лайту, да? День близится к своему завершению. Похолодало немножечко. Ну ничего, мы подготовленные. Вот, я поднялся на подъемчик. Нивы за мной. А вот патрол опять где-то в колею упал. Ну, нужно отдать должное, что патрол машина тяжелая. Пробивает себе кое-где колею. Но именно где сухая, глубокая, он в нее просто падает. Ну и опять же, маленькие колеса были бы чуть-чуть позлее, и он бы ехал совсем по-другому. Но, тем не менее, наш легкий маршрутик, лайт дня, ну, перерос в такой небольшой бездорожный заезд в легкое бездорожье, там, с легкой колеей, грязью. Далеко он где-то сел, вон он, вижу. В общем, все равно кайф. И погода нам сегодня соблаговолила. Безветренной, ясной, солнечной погодой. Все-таки уже весна, как-никак. А это хорошо. Вот, так что будем чаще делать такие сток-выезды. Буду искать маршруты. Если вы знаете такие маршруты, скидывайте, пишите. Будем ездить, пробивать. Потому что, ну вот этот маршрут, он все-таки такой для Нивы на 30-х колесах. А если была бы вообще вот прям стандартная Нива, я думаю, тут бы было похуже, прям заметно похуже. Ну ничего, я думаю, дорог у нас хватает, будем куда-то выезжать и совсем на стандартных машинах. Ну, а так, в принципе, можно на этот маршрут выезжать, даже если две машины на лебедках есть, то уже будет намного проще. Кто-то кого-то может подтянуть, помочь и так далее. Тем не менее, джимник сегодня едет на маленьких колесиках. Везде тоже по верхам, и все у него хорошо. Да, зима у нас, друзья, была очень влажная, было очень много дождей и очень были большие ветра. Посмотрите, что с лесом. Здесь уже кто-то пропилил, но здесь, вот видите, пилились очень много. И вон с корнями просто вырваны деревья, валяются один на одном. И мы проезжали несколько мест уже таких по верхам, там, где по хребту едешь, и где самый большой ветер шел, буран, то там, получается, и большие заломы. Так, а патруля я не вижу, далеко. Справа выскочить! Справа! Во! Кидается. Не-не-не, едь по колее, он не вылезает. Причем горочка вообще небольшая. Ну, ребят, резина. А Тэшка, конечно, видите, она вообще все не чистится. И даже из маленькой колеи он вообще не выскакивает. Сдай назад! Еще! Поехал! О, давай! Ну, спасибо, хоть немножко провез. По-моему, колесо разгул. А может, выхлоп просто намочил. Как раз сюда и метились, ага, спасибо. О! Я большой, но я не трус, да? Все проскочили. Что, все проскочили на марке Днепре, да?
прямая повисла. Не, прямую. Нивки едут, штурманы бегают. Так что да, у нас лайт маршрут превратился. Ну, мы углубились сильно в лес, конечно. Но сейчас как бы в лес, 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 и потом такие опы выскочили. Ого! Вон там по дороге вообще езжай. Вот туда. Все, и туда езжай. Машина без блокировок, просто на 30-х колесах. Давайте все дружненько поздравим Константина с второй лебедкой его личной в жизни. Я просто пробиваю вам, видишь, сколько. На минуточку, Константин рассказал маленький-маленький секрет. То, что до этого на его личной машине, на Ерше бывшем, кто давно следит за каналом и помнит алды, что у него был Ерш, у него ни разу не стояла лебедка. Это первая машина его с лебедкой, и сегодня он испытывает ее второй раз в своей жизни. Не, ну давай еще по-честному, что у меня блокировок нету. Но они мертвые, мертвые с преднатягом. На данном автомобиле 510-й Safari. И две винтовые блокировки, которые уже свое отжили. Но, как, но... Залетят сюда 33 колеса, залетит сюда пневмоблокировки и все будет по-другому. Да? Поэтому я вообще как бы не переживаю. Да мы ж по лайту по стоку поехали. Да, на гражданский. Как всегда, скоро наступит темнота, и в темноте самые интересные моментики. Джимник объехал. Сашка сейчас будет пробовать выскочить сюда. Вот, вот сюда. Патрол сидит. А Ниву мы, наверное, сейчас как джимника проведем. Да, резина. Резина более-менее. Уезжай по колее вот туда. Да, ты проедешь. Лаповский мост, и на фолинке, конечно, задняя артикуляция моста намного лучше стала, прям он отлично работает. Мост у него подвернут, то есть у него получается хвостовик, он смотрит вверх, из-за этого ходов ну хватает, и кардан не страдает. Еще один участник, ну, наверное, уезжай туда, не? А. Зря ты это сделал! А теперь выйди и посмотри, что ты натворил. А зачем ты сюда поехал? Я думал, портанет. Нет. Не крути, ты сидишь. Ты зря это сделал. Тебе надо было за джимником ехать, а спереди там даже не подлезть. Маршрут для стоковых машин. Нет, маршрут для стоковых машин, он закончился там. Вы же сказали выезжать посложнее, да. Мы поедем посложнее. Ну, ничего. Да не, его назад надо тянуть. Но я хочу сказать одно, что сейчас выйдем, и все будут довольны, потому что сказали бы, ну лайт, скучный день, зачем мы сюда поехали. А так все лебедки разматывали, кроме Сашки получается. Все позастревали. Дай ей газу! Давай. Все. Тебе туда и надо уехать. А давай ты смотри, подъезжай до сюда, и мы тебя вот сюда на это дерево боком вы сейчас достанем. А если назад нет? Не-не-не. Никитос. Ну, давай, как говоришь, ты, давай. До конца никогда не закручивай. Да, я не знал. А, да? Нивка. Уже по пробитому не смогла. Проблема в том, что нету ни спереди бампера и крюков, ни сзади нету бампера и крюков.
сейчас будем цеплять джимником за мост и потихоньку лебедкой пытаться вытаскивать. Патрол тоже страдает, лебедится, выехать с колеи не может. Будем сейчас пытаться на лебедке его вытащить с колеи, чтобы объехать вот это все. О, пропустили моменты. Он смог выехать. Хорошую технику раньше делали. Полностью висит абсолютно. Колеса вправо. Да нет, сейчас выскочит, Сань. Пацаны, мы тогда темноты не выйдем. Все, пошел. Давай. Во. Красавчик. Ну и все. Блин, 5 машин самое оптимальное вообще вот количество для такой покатухи. Ой, неправильно, наверное. А, нет, все четенько. Я думал, может снести. Лебедку надо подтянуть ему. А там пробил. Не Васик. 5 машин самое оптимальное. Никто не уезжает. Все четенько. Подтяни лебедку разок. Лебедку раз. Константин поехал на разведку. 2 дороги. А где рация у кого была? Ответь, Костя. Туда, на перекресток подойди. Патрулу не хватает клиренса. О, клиренса, резины. Итак, быстро запишу окончание этого видео. День получился отлично, мы сократили маршрут еще новой дорогой, пробили еще один маршрутик, и он оказался, как всегда, легенький. Поэтому вот Нива, там уже асфальт, качаем колеса, ждем остальных, они спускаются, и едем домой. Спасибо, что посмотрели это видео. Тот, кто досмотрел до этого момента, отдельный красавчик. Не забывайте лайкосики, комментарии. Присылайте свои лайт-маршруты, это будет очень полезно, потому что очень мало дорог таких, где можно проехать на стандартных Нивах, машинах, в смысле. В общем, спасибо, это был отличный день, отличная покатуха, спасибо всем, кто принимал участие. Вань, что надо сказать? Спасибо. Как ты там, блогеры говорят? Давай. Чё? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Блогеры не хочут, а дома папа пошли видос снимать. Все, всем пока.